Добрый день, уважаемые друзья. У нас были на обзоре мульчеры аналогичной модификации, но в размерах 145 и 165. Они очень хорошо себя зарекомендовали, работают по всей стране. Особенно много их расходилось в Краснодарском крае. Данная модификация сконструирована на той же базе, тот же вал, тот же опорный каток, та же открывающаяся задняя крышка. Есть серьезные и отличия. Так как эта модель предназначена для работы на более крупных тракторах, то есть Т40 и выше, чаще даже МТЗ 80-ка, 82-й, часто покупатели просят смещение вправо-влево для подстройки по рядности, когда отрабатывается междурядие в садах, либо необходимо максимально близко сдвинуться к каким-то препятствиям, которые трактор непосредственно близко подъехать не может. Завод поставляет эту модель в модификации с гидравлическим смещением. Дополнительно у нас есть направляющие две трубы, встроенный гидроцилиндр с рукавом высокого давления и быстросъемными муфтами для подключения к тракторам. Довотницы для промасливания направляющих для плавного и мягкого скольжения при смещении. В остальном это все тот же наш надежный мульчер Доберкнет. Редуктор с обгонной муфтой, 4 ремня, надежные и доступные молотки, наличие пассивного ножа, открываемая задняя крышка, которую можно отрегулировать по углу наклона, если кому-то это требуется. Мульчеры классные, доступные, хорошо себя зарекомендовали. Пишите, звоните, будем рады ответить на любые вопросы.